Привет всем, друзья, меня зовут Серега, и сегодня я обозрею свой склад, ну, наверное, потому что это давно не делал, и сейчас я хочу это сделать, ну, чтобы показать людям, какие у меня есть пушки, достижения, корзина предметов, может быть, это кому-то и, в принципе, интересно. А перед этим я устрою традиционный розыгрыш, где 5 человек получат на свой аккаунт по 1000 кредитов. От вас всего лишь нужно поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал, а также написать комментарий, и, друзья, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. А итоги этого конкурса и всех конкурсов будут в моей группе ВКонтакте. Также я оставлю в описании ссылку на канал, где проходят все итоги. Можете тоже подписаться и следить за итогами. Желаю всем удачи и, друзья, приятного просмотра. Если ты еще не начал играть в Warface, то сейчас самое время зарегистрироваться по ссылке в описании и получить кучу халявных донатских пушек и супер VIP ускорителей. В 2 раза быстрее ты сможешь апнуть новые звания, открыть кучу нового крутого оружие, просто поиграть с друзьями. Ведь в игре проходит очень много всяких акций, где тебе будет давать в 2 раза больше опыта и варбаксов, на которые ты сможешь купить топовые пушки в игре. Удачи! В общем, друзья, погнали! Сейчас я покажу вам свой склад, свою статистику, ну и все такое, потому что давно это все дело не обозревал, но и почему бы нет. Кстати, у меня уже почти 83 ранг, осталось буквально 10%, так что, ну, считайте, у меня уже 83 ранг, я просто еще немножко не апнул его. Так, давайте начнем с моей статистики, вот такой вот, которую можно открыть и посмотреть. Миссии у меня всего лишь почти 4000, это очень мало, просто не знаю, откуда они взялись, это не я, честное слово. Побед у меня 10 тысяч на 1000, в принципе, неплохо. Стата у меня... Нафармил! Стату нафармил! Ах ты мудак! Кукарико, то есть отписка! Как ты так спас... Как... Мудак, как ты посмел? Вот стату нафармил! Почему у него такая большая стата? У меня нет... Такую не хочу... В общем, времени в игре у меня 2600 часов, это только на этом аккаунте. Вообще, у меня еще были аккаунты, если все, наверное, сложить, больше 4000, наверное, будет. Ну, это вот так вот получается. Получено достижение 502, ну и дальше вы можете посмотреть в клане, у меня 1 100 000 очков. Ну, это 1 100 000 очков прошлых, которые трудно было, очень трудно, приходилось просто по 10 лет задросить всякие подрывы, чтобы их хоть как-то получить. Сейчас с этим, как на РМ дают эти очки, мне кажется, у меня уже было бы 10 000 000. Так, ну ладно. Погнали, давайте со складика начнем. Кстати, в бонус Game.ru у меня более 400 тысяч бонусов. А это примерно более 1 000 000 кредитов. Даже не примерно более, это более 1 000 000 кредитов. Может быть, даже около 2 000 000 кредитов. Так что... Вот такие вот дела. Конечно, этим не хвастаюсь, я же не снимаю обзор склада каждые там 2 недели, я как-то снимаю где-то раз в полгода, может даже раз в год. Вроде последний обзор склада я вообще снимал, когда апнул 80 ранг, то есть год назад. И что, погнали. Что у меня есть интересного? Ну, оружечки всякие навсегда вы можете посмотреть. Золотой АК-47, 2 пары, 2 тайпа, это замечательно, 2АК-47, 999 скаров, там их, наверное, обосраться сколько много, это я золотой грузил, 473% АСР-ки, АЦР-ки, Тавартар неоновский, имбел летние игры, вьюга Ашбар, 400 берет, эмочка стужа, золотая береточка, АК-103 злой Санта, скарчик элитный, радон со скинчиком, обычный радон, Калик и Зима, Эмочка Буран, Эмочка еще одна, ФАМАС F1, СИК-551, АСВАЛ, Тайп Магма, Евро МКА, Энфилд, АЦР Магма, Печенье, господи, как много у меня всякого доната. Ладно, на штурма это все. А погнали теперь смотреть пистолеты. Глок, убийца зомби, обычная ЦЗшка, золотая ЦЗшка, навсегда Матеба, Сиксаур Магмовский, 5-7 злой Санта навсегда. Еще на время остался после того, как я по 81 ранг, Сиксаур, Кольт, Атлас, Сиксаур, Стужа, Наган навсегда, Вальтер навсегда, Люгер навсегда, Розовый Дюэл, USP, Кольт навсегда, Глок и на... где-то тут их штук 30, наверное, я не знаю, Рина навсегда, Кольт, Питончик, Диглов очень много, так, что еще, Золотой Дигл, 2 штучки у меня даже есть, 5 Грач навсегда, Сиксауэр на 200% почти, ну, был, наверное, на 200%. Так, пистолеты, все, погнали, ножички. Нож Сурвариум Танта уже на почти 400 дней. Золотой топорик, который на торговой площадке купил, кукри мачете, магмовская 2 штуки, кто помнит, тому респект.
Так, навсегда Танта, топор Блэкхап, навсегда стужа топор, Джек команда Атлас, катана магмовская, обычный топор 4 штуки. Что-то еще мачете, всякие катаны, закончились серпы, закончились ледорубы, какая печалька. Так, сразу покажу, гранаты какие есть, можете посмотреть, оглушка на 7000 дней. А, да, так, 385. Сейчас я покажу вам желтый дым, короче. Вот, может, снежки у меня тут всякие есть. А, где? Где это говно? Где желтая дымовая граната? Вот, это лимит, то есть коробка удачи, мне больше синих дымовых гранат не падало. Это, кстати, тоже довольно забавно. 15 тысяч оглушка, это очень мало, не знаю, куда я столько потрачу. Так, давайте посмотрим, что еще из снаряжения. Солдатская каска, я не знаю, что это, шлем штурмовика Атлас, турнирный шлем. Тут всякие шлемочки, можете сами посмотреть. Антихэд на штурмовика еще на 347 дней, то есть еще на целый год. И можно целый год с ним играть. Жилеты тоже сами посмотрите, думаю, это такое дело, если захотите, можете остановить и, в принципе, посмотреть, что вам интересно. Супер випочка еще на 630 дней, это я по багу нечаянно помню. Ну как по багу, мне когда в бонус мейле можно было супер випку покупать, я нечаянно немножко увлекся. Ну все скины в принципе, только наверное не все женские скины, женские я еще давно очень покупал, когда прям еще давно. Камуфляжи в принципе, вот смотрите, я медленно так, если кому надо, посмотрите, какие у меня камуфляжи есть. Я вот так вот медленно, ну мои гордые камуфляжи, это конечно мои фортуновские камуфляжи, атласовские всякие. Ну, то есть, вот такие вот камуфляжи, даже на PS-ку камуфляж, если покупал. Так, ладно, погнали смотреть, что у меня есть за медика. Спас 12 навсегда, Мак 7, Атлас, это не Атлас, это просто Мак 7 обычный со скином 190%. Мостберг Магма, Престиж, Сикс Магма, Дерья навсегда, Фабарм навсегда, Злой Санта. Дерья именно атласская, Вьюга, Золотой ДП 12, Сайгу, как я ее долго открывал, Зима. МС, МС, ДП 12, 400%, Барм Стужа, Сандру Уэнэм, Келтек Летние Игры, Ютас навсегда, Юсас 2 штучки, может быть было больше, Сайга 12, 662%, обосраться можно как много, Мосберг 750%, и заметьте, Мосберга золотого нету в игре, но 750% тем не менее. Так, золотой Фабармчик, Фабармчик Софт Про, Сикс 12, Келтек, Анакон. А чё, всё, это получается всё. Снаряжение, так, ну вам, наверное, скорее всего, интересно. Антихэд 280 дней ещё на медика. То есть на медика тоже ещё за антихэдика можно покатать. На инженера ещё 310 дней. На инженера я помню больше всего вроде закупаю, потому что инженер я очень сильно любил. А не, на штурмовика я больше всего закупил, точно. Ну хрен его знает, я на инженера вроде пытался больше всего закупить, но, наверное, с математикой плохо было и не закупил. Так, Бизон, Злой Санта, Аук, Зима, Макпул, ФМГ-9, Золотой Тавар-Ктар, Скар, Магма, Берекс навсегда, Говноед, РМ, Гламер, Тикастум навсегда, мне выпал с этих спецотрядов оперативников, АЦРочка, Магма, МПА, Буран, Ханибейджер, Стужа, Скорпиончик на 49 дней и обычных Скорпиончиков 3 штучки у меня было. Вереск, Летние Игры, Золотой Макпул, РМК, Атласовская, ПП-2000 тоже навсегда, Берета, Неоновский АУК. Так, Ктарчик на 374%, UMP на 176%, АЦР СИКУБ на 100%, СКАР ЛПДВ на 700%, XM8 Компакт 259%, Петушок навсегда. Ну, как видите, реально много донатика, да, бывает такое. Так, ну и на снайпера смотрим. Орсис навсегда, АХ-308, Магма, СВУАС-398%, Скаут. Макмиллан Магма 168%, Золотой Скаут, АС-50 элитный еще на 18 дней, Берет М-107, это 756 дней, охрененно, Чейтак Зима 100%, Стейр Скаут Стужа, Золотая СВУ, М-45 Атлас, АМП-ДСР Злой Санта, Crazy Horse 299%, Чейтак Летний Игр, Золотой АХ, обосраться, Ремингтон R11, Альпина Неоновская, ЮБРка 772%, Чейтак навсегда, Калика 100%, 591% АС-50, ДСАСА 100%, обычных АХов 6 штук, обычных АВМ до хера штук, Винторез, Макмиллан,
Так, и все получается. Из оружия это у нас, друзья, все. Данные по фасту я вам просто покажу. Матчи и миссии, если кому-то интересно, жмякайте на стоп и смотрите. Любимое оружие АК-103 сталь. Именно не скин, а именно сталь. Да, такое оружие было. Сайган ВСС, Ктар и Макмиллан. Я не знаю, почему они до сих пор тут. Не знаю, наверное, они прям уже в моем сердце. Сердце где-то так. Так, достижения мои, достижения. Что это интересного? Давайте посмотрим из новенького, что интересного. Из старого я так просто по фасту покажу, кому надо, посмотрят. Потому что я это уже давно все показывал, рассказывал. Так, легионер будущего, это я берету набил. Так, это какое-то говно ПВЕшное, это я все команды купил. Ареновский старс, это я ледокол прошел, это очень круто. Это я не знаю, что за достижение, это за зимнюю охоту, это за РМ-ку, это за скины. Это что за золотая пушка? Из золотого МАК-7? Откуда у меня... А, мне шоу на время, да, я думал, откуда у меня золотой МАК-7? Мне админ его на время давали. Так, вместе какое-то занятие акулки за черного акула, тоже за рейтинговые матчи, СВУ АС, золотая набита, первая лига, золотой Энфилд. Это сразу говорю, мне админы давали там на 7 дней примерно на обзор, это я так набил, они как бы подумали. Фабар МКСЛР Престиж, всякие флажки. Ну и давайте так вот, по фастику. Кому надо, ребят, на 100 поставьте, посмотрите, у меня тут просто много чего из нашивок набито. Ну, по 10 тысяч раньше, когда не было, по 25 тысяч, я вот, видите, много чего наколотил. А поэтому давайте, блин, нет, так не получится. Поэтому вот так вот, посмотрите, у меня тут много всего, и ножи набиты, чего только не набито. Но я не хочу что-то это ставить, потому что уже 25 тысяч ачивочки есть. Мне прям стыдно будет ставить что-то за 10 тысяч, ну ладно, поэтому я поставил такую золотенькую пушечку, и все просто замечательно. Так, эмочка, смотрите, почти набита 10 тысяч. Так, давайте смотреть, что тут. Какое-то достижение секретными услугами. Я понятия не имею, что это за херня. А тоже за зимний охот. Ну, тут, в принципе, ничего интересного нету. Опять же, я вам покажу, посмотрите. Может быть, кому-то что-то будет интересно, потому что я за этими ачивками уже вот как раз... Я тогда уже, когда обзор склада год назад делал, я уже их не набивал, ничего не хотел. Как бы просто сами набиваются и набиваются. То есть сейчас мне уже пофигу. Да и год назад уже было пофигу. Так что я уже забыл, что у меня тут есть, что нету. Я вот эти, которые самые новые ачивки, я вообще, наверное, случайно получил опять за ачивки за команду какие-то. Вот белая акула, знак акула, это довольно тоже симпатично. Ну и вот давайте дальше прокручу. Кстати, друзья, обязательно ставьте много лайков, рассказывайте друзьям, пишите в комментариях, если хотите, чтобы я снял обзоры моих аккаунтов на Браво и Чарли, потому что на сервере Браво у меня 61 ранг, и на Чарли у меня тоже 61 ранг, и поверьте, у меня там тоже очень много донатика, и даже золотой донатик есть, так что я думаю, это достойно вашего внимания, и вам тоже будет интересно посмотреть, потому что я играю не только на Альфа, это аккаунт с Альфа, но и на Браво Чарли я тоже там играю, и у меня, поверьте, там тоже довольно неплохой аккаунт. Так, в принципе, я все обозрел, вот он мой клан, я не знаю тут кто вот с этого лучший момент посмотреть. Вот мой клан, целых 10 миллионов очков было вообще, почти по 20 миллионов, потом все повыходили, Warface забросили. И вот так вот оно получилось. Чего у меня тут еще открыто? АТ-308 просто 10 миллионов лет не могу открыть. 1700 знаков, 65 тысяч корон, 1 200 000 варбаксов, это очень много. Ну что ж, друзья, давайте теперь обозрею свою корзину предметов на сайте игры. Так, ну у меня тут, наверное, много чего есть, давайте погнали. Хани Бэджер, Аук, Беретта, Беретта, Чейтак, Дарья, 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 ДП-12, Энфил, Фабарм, Фамас, Фамас, Глок, Глок, USP, 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 Имбел, Имбел, Килтек, Люгер, М45, М16, А3, МАК-7, Матеба, Матеба, Макмиллан, МП, А, КЮБУ, Рина, Сик, Сик, Сик Саур, Спас, Спас, Стейр Скаут, Вип, 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 твою мать, Warface, ОПНК, бронежилет, короче, вот, смотрите, я чисто, я устал. В общем, у меня большая тут корзина, но я, это мне, наверное, чисто не нужно, конечно, если бы можно было это как-то в пин-коды перевести, раздать, я бы с удовольствием вам это все, конечно, отдал бы. Ну и давайте покажу вам корзину предметов из Атласа Войны. А что у меня тут есть, вот тоже можете посмотреть, тоже много всяких пушечек, и навсегда есть, и не навсегда, на время тоже жаль, что нельзя просто выдать как-то пин-кодами и как-то всем это раздать, потому что вот это мне все, вот просто на 15 дней, у меня это все есть, то есть мне это, в принципе, и все не надо, поэтому я бы, друзья, все вам это раздал, особенно вот эти коробки у меня еще остались, их можно потом как-нибудь будет открыть, почему бы и нет, типа раритетик, все дела. В общем, друзья, я показал сегодня вам мой склад на сервере Альфа. Знаете, Warface, как обещал, вот, 400 тысяч, текущий даже 162, то есть немножко осталось до 450 тысяч, то есть это реально очень, очень, просто очень много, я, конечно, этим не хвастаюсь, но, друзья, думаю,
стоило вам это показать, чтобы вы просто были в курсе. Ну и знали, что вот я вот такой вот идиот, который донатит очень много денег вот в этот Warface. Так что, друзья, спасибо всем огромное за просмотр. Поддерживайте лайком, если хотите увидеть, то есть, обзор Браво Чарли. Лучший комментарий прошлого ролика занимает этот чувак, я его поздравляю. Спасибо всем, друзья, огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылки есть в описании, обязательно загляните. С вами был Серега, благодарю за просмотр. Всем удачи, всем пока.